Всем привет, дружочки-пирожочки. Думаю, по названию видео вы поняли, чем мы сегодня будем заниматься. Давайте я лучше покажу вам, как я вообще попал в тюрьму. Хотя ничего такого незаконного я не сделал. Ну вот теперь вы поняли, как я сюда попал. Пожалуй, приступим к первому способу побега. Он, кстати, и самый легкий. Подрубаем читы. Хуяк, хуяк, хуяк. Опа, и мы на свободе. И менты не гонятся, потому что у меня стоит антимент-чит. Второй способ немного сложнее. Вам придется отпиздить пару гопников, ну самых сильных зетов, чтобы примкнуть к их банде и вместе строить планы побега. Хотя у меня нихуя не получается, все же я уже старый. И мусары суки стреляют. Четвертый способ намного проще, чем остальные. Все, что вам нужно сделать, так это подкупить местную охрану, чтобы они защищали от местных уебанов. И также пораньше вас выпустили. И наконец, четвертый план. Самый сложный план. Но зато самый надежный. Для начала вам потребуется изучить территорию зоны. После знать в лицо каждого зека. Знать, где можно достать затычку или нож для самообороны. Ну и теперь нужно дождаться ночи, чтобы большинство охраны легли спать. Теперь незаметно подбираемся к охраннику и пиздим его ножом. А нет, сука был с пистолетом. Отбираем у него пистолет и защищаемся. Теперь нужно магическим способом сбежать и перелезть через ворота. Я перелез, и не спрашивайте как. А эти суки так и не остали. Добиваем последний. Берем тачку и валим к ближайшему рельсу. Вот и минуты не прошло, эти мудаки уже на вертолетах. Теперь отстреливаемся. Все. Наконец. Далее останавливаемся и ждем поезд. Мне повезло, он приехал быстро. Садимся в него и избавляемся от преследователей. Вот и все. Миссион комплейт. Теперь угоняем тачку Дауна и едем домой переодеваться. Всем спасибо за просмотр этой хуйни. Хотя я не знаю, для кого вообще это делаю. Это пиздец. Сука, стыдно нахуй. Ладно, неважно. Если вы хотите меня пожалеть, то есть помочь, поделитесь видосиком с друзьями. Ну ладно, точка, всем гг, всем бб.